Все свое свободное время фермер из Тельминского района Юрий Садюхин посвящает своим любимцам. Так он ласково называет козочек. Их в хозяйстве 52. В 2020 году фермер стал победителем конкурсной программы «Агростартап». Победа принесла Юрию 2 миллиона 240 тысяч рублей. На эти деньги он и приобрел коз молочного направления. Сейчас они у меня пока содержатся в домашних условиях. В следующем году собираемся строить полноценную ферму, современную полноценную ферму. А так мы еще параллельно занимаемся переработкой молочной продукции. Вот сейчас открываем в городе мини-цех по переработке. Будем делать там, ну, уже начали практически, творог, сливки, сыры, йогурт, кефир. Вся молочная продукция. Пока молодняк еще не доится, фермер собирает молоко на переработку и продажу у населения. В планах не только построить большую ферму, но и увеличить поголовье. В рамках программы «Агростартап», там по плану, я должен был взять 2 работников. Сейчас они у меня работают. Зарплата у них 20 тысяч рублей в месяц. Один работник помогает ухаживать за козами, второй работает водителем, собирает молоко у населения и едет продавать на рынок. Кроме Юрия, грантовую поддержку получили еще 14 фермеров из 11 районов области. На эти деньги они закупили скот, современную сельскохозяйственную технику и специальное оборудование. Точный размер гранта определяет конкурсная комиссия с условием, что не менее 10% в плане расходов составят собственные средства получателя. Поддержка начинающих фермеров ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.